У остановки Павленко воскресным днем с разницей в несколько секунд произошли два ДТП, из-за которых на несколько часов возник затор в обоих направлениях по главной улице Хабаровска. Разбитые машины заняли с собой почти все четыре полосы. Все началось с бесхитростного столкновения из-за несоблюдения безопасной дистанции водителям «Хонды». Двигаясь в сторону центра города, мужчина уткнулся в попутную «Тиану», ехавшую впереди него. Управляла седаном женщина. Просто ехали. Впереди машина резко затормозила, я успела затормозить, а он разбил мне бампер. К сожалению. Словно знак возмездия, в следующее мгновение шофер кроссовера почувствовал сзади мощный толчок, выбивший «Хонду» с проезжей части. «Приус» тоже резко затормозил. Он за вами? Да. И ушел на встречку, в него «РАВ» врезался и все. После столкновения с «Хондой» «Приус» отбросила влево на встречную «Тойоту RAV4». Удар был мощный и разрушительный. Однако, несмотря на серьезные повреждения автомобилей, их водители не пострадали. Системы пассивной безопасности в виде газовых подушек сработали безотказно. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Склярова и Виталий Векслер.